Несмотря на глубокую осень, в техническом университете сегодня зеленая весна. И хотя название акции противоречит времени года, зато полностью соответствует той экологической политике, которую ведет вуз. На связи с Тамбовым сегодня Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Джангирхана. События международного масштаба приурочили к 75-летию Победы. Правда, если во фронтовые 40-е наша страна боролась с немецким захватчиком, то сегодня мишенью для нас стала природа. В ТГТУ надеются, что будущее поколение сможет остановить образование свалок и бездумную вырубку леса. Дорогие наши последователи, студенты ТГТУ 2045, сейчас вы держите перед собой послание из далекого 2020 года. Так начинается письмо к будущему технического университета. Через несколько минут эту капсулу положат под плиты, сменится много поколений, и уже совсем другие студенты смогут распечатать ее и открыть послание 2020 года. Прочитать послание целиком и увидеть подписи сегодняшних современников потомки смогут лишь через 25 лет. А до этого момента нынешнее поколение студентов технического вуза будет само заботиться об экологическом благополучии страны. Для этого, например, с 9 утра перед корпусом ТГТУ развернулись палатки по сбору бумажного вторсырья. Мне очень приятно, что та инициатива, которая уже давно живет в Тамбовском государственном техническом университете, это акция «Разделяй с нами». В данном случае на сегодняшнем мероприятии мы говорим о сборе макулатуры. Это не просто так. Собрали макулатуру и сдали. Все средства, собранные от сбора макулатуры, переходят на строительство домиков в приюте «Право на жизнь», с которым наш волонтерский центр ТГТУ активно сотрудничает и помогает братьям нашим меньшим. Накормить бездомных зверюшек – дело, безусловно, хорошее, но это лишь одно из направлений, в котором работают активисты вуза. Татьяна и Виктория учатся на специальности «Техносферная безопасность». Девушки хотят, чтобы во всем городе было чисто. Для этого решили начать с себя и провести субботник рядом с учебным корпусом. Экологов у нас очень мало по стране, это сразу видно. И я решила помочь стране, нашему Тамбову. Я второй курс, но вступила в это движение только сейчас. Вот. Ну, в дальнейшем мы будем привлекаться к этому, потому что у нас такая специальность. Такая специальность. Именно связанная с защитой окружающей среды. Поэтому и добровольно, то есть мы согласны, мы хотим заниматься этим. Сами субботники проходят в ТГТУ по иному сценарию. Теперь на них практикуют раздельный сбор мусора. В общем, в технической «Альма-Матер» делают все, чтобы оставить потомкам достойное наследие. Марина Корякина, Олег Осипов, Анна Мусатова, «Область новостей».